Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Аня, и я имею большую честь представить вам новый проект. Мы открываем проект «Новая музыка на новой сцене». Это проект, который совместно придумали консерватория и новая сцена Александринского театра. В целом этот проект придумала Лидия Львовна Волчек, это начальница концертного отдела консерватории, и новая сцена приняла консерваторию, и родился такой вот, мне кажется, в чем-то очень-очень новый проект, очень свежий. Значит, что здесь будет происходить? Это будет серия концертов, на которых будет звучать новая музыка. Она написана в последние, ну, несколько десятков лет, но это не то, что важно. Важно то, что сейчас она актуальна. Сейчас она звучит, она написана в сегодняшнем дне и созвучна со временем. И будут ее исполнять студенты разных кафедр Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Для первого концерта выбрали кафедру ударных инструментов. Но я думаю, здесь даже интуитивно понятно, почему. Потому что ударные инструменты — это всегда нарядно, это всегда какая-то магия, это всегда ощущение какого-то общего транса, да, в который мы впадаем, когда слушаем эту музыку. И чаще всего это та музыка, которую легко воспринимать, можно получить большое удовольствие без особой подготовки, даже если вы не музыканты. Я, кстати, вот хотела спросить, мне было очень интересно и волнительно, какой процент музыкантов есть в зале и какой процент не музыкантов. Позвольте, я вас спрошу. Поднимите, пожалуйста, руки, если вы музыканты из консерватории или не из консерватории. Ух, сколько вас! А так не сразу, да, признаются, что музыканты. Не страшно, вроде не ругают. Значит, признаемся, что мы музыканты. Хорошо. А кто идентифицирует себя как не музыкант? Как прекрасно, как чудесно. Если честно, я даже немножко переживала, что здесь в зале только друзья консерватории, только музыканты, студенты, их друзья, оказалось, что совсем нету. И это очень здорово. Дело в том, что мы придумали такую вещь. В перерывах между произведениями мы, не скажу с кем, да, будет сюрприз, может быть, вы уже знаете, будем разговаривать о том, что только что произошло, и как-то в режиме с сегодняшнего дня до этой минуты сразу же рефлексировать происходящее условно. То есть если и вообще по нашей задумке в конце концерта будет время для ваших вопросов. И я была бы очень счастлива, если они появятся. Вопросы могут быть самые разные. Это могут быть какие-то умные, сложные вопросы. Не бойтесь, можете нас засыпать, ничего страшного. В крайнем случае мы скажем, увы, мы не знаем. Это могут быть максимально простые вопросы от немузыкантов. Это тоже вообще самое то. Вы можете просто сказать о своих чувствах каких-то от определенного произведения, и мы это вместе обсудим. Поэтому в конце будет обязательно это время. Можете сразу про это думать. Ну, кажется, я сказала все самое важное, постаралась сделать это быстро, поэтому ничего не остается, кроме как представить музыкантов и позвать их сюда, чтобы начался концерт. Итак, сегодня для нас играют Григорий Осипов, который является выпускником консерватории, единственный из всех исполнителей, потому что они еще студенты. Ну, ничего страшного, он буквально только что выпустился, он недавний выпускник. И он является еще и куратором этого концерта. Это означает, что он подбирал для него музыку. У него потом спросим, почему именно такую. Посмотрим, понравится ли нам то, что он выбрал. Также вместе с ним будут выступать Алексей Клинушин, Мария Шмелева и Виктор Оленбергер. Не спрашивайте, кто на чем играет. Обычно, я думаю, вы привыкли, да, что звучит фамилия, там, флейта, фамилия, скрипка. Дело в том, что, я думаю, вы понимаете, что любой из этих исполнителей обязан, особенно после выпуска из консерватории, играть на всех инструментах, которые стоят в зале. Ребята будут время от времени меняться, у них своя система, поэтому однозначно сказать, кто на чем будет играть, невозможно. Кафедра бубна — это шутка. Я думаю, вы все это понимаете. Вот эти прекрасные молодые люди исполнят для нас музыку. Давайте их попросим.
Саша, подойди сюда, пожалуйста. Побеседуешь с нами немножко? Обычно исполнитель только исполняет, но я очень попросила Гришу, и он согласился со мной немного поговорить. Он работает? Работает. Работает, да? Меня всем слышно? Всем привет. Это Григорий Осипов, просто мы с ним давно знакомы, поэтому мы на «ты», для меня он Гриша. Вот, для меня она Аня. Да, серьезный Григорий. Ну, во-первых, расскажи, пожалуйста, это что за произведение было? Как оно называется, кто его написал? Пока что как будто давно, недавно написали. Ну, да, произведение написано относительно недавно. Я сейчас не смогу вспомнить год, но это написано в нулевых, если не в десятых годах нашего века. Произведение называется «Фракталия», и композитор Оуэн Клейтон Кондон из Америки. Это участник такого коллектива, который называется Third Coast Percussion. И коллектив, кстати, обладатель Грэмми за запись Райха. Вот. И вот такое вот произведение. Да. Слушай, мне сказали, что это ты подбирал программу ко всему концерту. Я, конечно, не знаю, что будет дальше звучать, но пока мне все очень нравится. Мне правда понравилось. Слушай, а по какому принципу ты выбирал произведение для концерта? Это что-то, что легко исполнить, сложно исполнить, что это как-то сложно звучит, легко звучит, или они просто тебе нравятся все? Ну, во-первых, мне кажется, что для, так сказать, концерта, презентации ударных инструментов нужно выбирать, конечно, ну, какие-то самые бриллианты, да, из репертуара для ударных. Вот. И я могу сказать, что я как бы за свою творческую деятельность какую-то, какую-никакую... Ты уже человек немолодой. Да-да-да, уже выпускник. Я сыграл довольно какое-то количество концертов камерной музыки, потому что мне больше всего нравится камерная музыка из всех направлений. Вот. И программу для этого концерта я старался подобрать, наверное, для того, чтобы, во-первых, показать ударные инструменты с разных, так сказать, ракурсов, да, и показать, как отличается музыка, которая сыграна, к примеру, в дуэте, или в трио, или в квартете, потому что здесь будет, в этом концерте будет звучать произведение, которое написано для двоих, для троих, для трех исполнителей, для квартета, как вы сейчас слышали, и даже для квинтета. Вот. То есть это всегда разное взаимодействие, вот. И довольно интересно. Есть такое, и правда интересно. Я хотела еще вот тебя что спросить. Я вот сейчас, когда музыку слушала, я заметила, что у меня от нее совсем другие ощущения, нежели чем в концертном зале и от симфонического оркестра. Но какие, точно описать не могу. То есть какие-то простые слова лезут в голову, но непонятно какие. В общем, я поняла, что если первый раз столкнуться с камерной ударной музыкой, то можно даже не особо понять, что там, как ее слушать. То есть много всего, на что обращать внимание, как там все работает, как, смотреть куда-то или еще что-то, или там, глаза закрыть. Ты можешь как-то посоветовать слушателям, кто, может, впервые с такой музыкой столкнулся, что в ней слушать? А много здесь, кстати, людей, которые в первый раз слушают такую музыку? Они тебе не признаются. Они не признаются, потому что я не всех вижу. Ну ладно. Вот я уже вижу здесь четыре человека. Ну, я слышал от одного очень хорошего, маститого музыканта, что зрители слушают глазами. И мне кажется, что касательно ударных инструментов в целом, это очень ёмко, потому что очень много движения, очень много пластики, очень много чего происходит, того, на что в первую очередь можно смотреть и наблюдать за этим, наблюдать за исполнителями, за тем, как они двигаются, как двигаются палочки, потому что это, я уверен, довольно медитативный процесс. Вот. И, ну, мне кажется, что так как эта музыка более современная, она как бы апеллирует каким-то более современным понятием, таким, к примеру, как бит, таким, как, ну, не знаю, звучание инструментов, какая-никакая акустика музыкальная и так далее. Вот. Конечно, краски, разные краски разных ударных инструментов. Что это был за инструмент? Скажи, пожалуйста. Что за инструмент? Ну, «Фракталия» написана для двух маримб. И 8 томов, как вы могли заметить, но их уже убрали. Вот. 8 томов «Войны и мира». Да. Вот. Для, ну, вот конкретно этот инструмент — 5-октавная маримба. Современные инструменты? Ну, истоки у них не современные, конечно.
Маримба вообще происходит из Африки. Потом она кочует в Северную Америку, потом в Америку, и там начинается мануфактура. Но конкретно этот инструмент был придуман, наверное, именно конкретно эта модель была придумана лет 50 назад примерно. Достаточно современный по музыкальным меркам. Да. Кстати, хороший вопрос. И последнее я хотела тебя спросить. То, как чувствует себя слушатель в зале, то, как он слушает музыку, на тебя как на исполнителя влияет? Ну, мне кажется, что присутствие слушателя, особенно я получил это понять, когда не было возможности играть перед людьми, конечно, очень сильно заряжает. И очень сильно заряжает, знаешь, такое интенсивное слушание, да, когда ты понимаешь, что то, что ты играешь, оно слушателем воспринимается, и как бы слушатель, он следит за тем, как музыка развивается, как она двигается в режиме реального времени. И это всегда исполнителем, по крайней мере, мне кажется, очень чувствуется, что тебя в данный момент времени слушают и наблюдают за тобой. Я согласна с тобой. Все, мне кажется, смотри, достаточно помучили Григория. Скажи, что сейчас будете играть, и уже позовем музыкантов. Следующим произведением, точнее, два произведения, которые прозвучат, это будут два танго из танго-сюиты Астора Пиццолы. Это, наверное, единственный композитор не 21 века, который будет на нашем концерте. Вот, и это две сюиты для... два танго для гитары, которые мы исполним, опять же, на двух маримбах. Хорошо. Будем исполнять я и Мария Жмелёва. Послушаем, потом поговорим. Давайте. Спасибо. Thank you.
А что там ты под клавишами поправил? Ну, несовершенство системы. А, несовершенство системы? Ну, сейчас починят, да? Давай. Слушай, вы пока играли, я еще думаю, спрошу у Гриши что-нибудь из разряда, как ты думаешь, в чем магия Пьяццоллы, а вот что там, да-да-да-да. Потом я передумала, потому что мне стало слишком интересно. Вот там в начале и в конце первого произведения Маша топала ногой. Да. И я хотела спросить, это в нотах прописано? Ну, надо сказать, что в гитарных нотах прописаны всякие перкуссионные звуки. По-моему, если не ошибаюсь, там как кахон должен играть. Кахон — это такая деревянная коробка, на ней сидят и играют. Собственно, гитара — это тоже своего рода деревянная коробка, поэтому там прописано, да, чтобы играли по гитаре, как по деревянной коробке. Вот. Большим пальцем так? Да, большим пальцем. Вот. И, ну, так как у нас нет деревянной коробки и гитары, это значит своего рода такой замена, да, что у нас есть палочки, у нас есть нога, как бас и как какой-то там... Вы сами это придумали? То есть вы репетировали и думали, чем бы нам заменить большой палец? Ну, практически так. Это преемственность поколений, потому что мы не первые, мы не последние, кто играет это произведение. И, как сказать, послушав советов профессионалов, поиграв с разными людьми, пришли вот к такому решению исполнительскому. Ну, здорово. Я еще хотела вот что спросить. Я прекрасно понимаю, что когда вы поменяли палочки, второе произведение явно звучало мягче. Так звучит, как будто вы волшебники из Хогвартса. Поменяли палочки, вот, и заклинание получилось явно другое. Я хотела спросить, тоже прописано ли это? То есть Пьяццолла же не задумывал это как ударное произведение. Это вы как нашли? То есть вы подбираете палочки как? Ну, палочка выбирает волшебника? Да, ну, практически. Палочка выбирает произведение, наверное. Но дело в том, что каждый уважающий себя ударник имеет достаточное количество разных палочек, чтобы, так сказать, искать разный звук. Вот. И, ну, конечно, довольно логично, если это медленное произведение, в котором очень много насыщенных каких-то басов, то нужно взять мягкие палочки, чтобы инструмент звучал. Если это что-то быстрое, нужно взять легкие палочки, нужно взять звонкие палочки, которые будут жестче и так далее. А мягкость зависит от того, сколько ткани на набалдашнике. Ой, это целая отдельная лекция по поводу палочек, потому что палочек очень много разных. Их каждый уважающий себя человек, который играет на маримбе, считает своим долгом выпустить свою серию палочек. Мы поняли, ты очень себя уважаешь. Нет, не я, у меня нет моей серии палочек. Вот, но у всяких мастеров есть... Да, в своей серии, которые все по-разному звучат на инструменте, раскрывают разные нюансы и так далее. Не только по мягкости, разные краски, наверное, если так можно назвать. Я подозревала, но теперь мне понятнее. Спасибо. Спасибо. Давай последнее хочу тебя спросить. Что будете сейчас играть? Ну, сейчас буду играть не я. Да. Будешь отдыхать? Да, я буду сейчас... Посиди со мной. Да, с тобой посижу. Я вот не знаю, мне хотелось следующие два произведения как бы объявить вместе. Правда, там будет небольшая перестановка. Вот, но я думаю, мы просто с тобой поговорим после двух произведений. То есть в середине мы помолчим? В середине мы помолчим. А хлопать можно? Хлопать можно. Хлопать Понятно. Нужно, да. Потому что это будут как минимум разные люди играть. Вот, следующие два произведения — это будут композиции такого американского композитора Ивана Тревина, или Тревиню, который выпускник, если я не ошибаюсь, Техасского университета, вот, который пишет очень, очень красивую и милую музыку. Вот, и вы услышите два произведения, которые называются... Первое называется «Catching Shadows», или, я думаю, «Ловя тени». То есть, да, «Ловя тени». Ага, дипричастие такое. Да. Именно так. И второе произведение, которое называется «2+1» для двух исполнителей на одной маримбе. Вы увидите там довольно специфично. Вот. Вот. И ну, да. Первое, собственно, «Catching Shadows» будут исполнять... Стул сломался? Там есть рядом еще один стул, специально для этих случаев. Все продумано. Да. Мы вот. Знали, что это плохой стул. Шутка. Нет, мы не знали. Собственно, да. «Catching Shadows» будут исполнять Мария Шмелева и Виктор Алленбергер.
А 2 плюс 1 буду исполнять я и Алексей Клинушин. Пожалуйста. Аплодисменты студии, да.
Thank you.
Да, снова здравствуйте. Если честно, у меня не назрело к тебе вопрос, но я хотела А я отвечу на вопрос. Мы меняли высоту инструмента, потому что разные исполнители разного роста, и у маримбы есть удивительное свойство менять свою высоту, что мы, собственно, и сделали. Там есть такие рисочки, и мы переставили с 6 рисочек на 7, потому что мы с Лешей 1,89 м. А какое максимальное количество рисочек? Я думаю, 8 с небольшим. Или 9. Как-то так. Для самых отчаянных. Но это вы еще подрастете. Для самых высоких. На какие наши годы? Это вибрафон. Да. А чем он отличается от ксилофона? Расскажи. Надо спросить, чем ксилофон отличается от маримбы, чем вибрафон. Ну, в общем, да. Я запуталась. Расскажи про все. Подожди. Смотрите. Все предельно просто. В семействе мелодических ударных инструментов, которые вот вы видите сейчас на сцене, у них есть ноты, у них есть клавиши, есть из самых популярных 4 инструмента. Это маримба, вибрафон, ксилофон и колокольчики. Собственно, маримба и ксилофон, они деревянные. Это дерево. Вот. А вибрафон и колокольчики, они там, они металлические. Вот. И так как металл имеет свойство звучать долго, в отличие от дерева, то вибрафон, клавиши вибрафона, если нажата педаль, звучат какое-то количество времени. А если не нажата педаль, тогда они звучат вот так вот. Что вы услышите, когда мы будем играть? А у ксилофона нет педали, потому что ксилофон деревянный, и ксилофон намного меньше, чем маримба. Вообще... Тут есть ксилофон? Нет. Ты такой, нет, не будет тут ксилофона. Нет ксилофонов. Вот. Ксилофон, по сути, можно его утрированно назвать маленькой маримбой. Или маримбу обычно называют большим ксилофоном, что на самом деле... Неверно, потому что два разных инструмента, у них абсолютно разная история. Ксилофон приходит к нам из Европы, а до этого из Азии, а маримба, как я уже сказал, приходит к нам из Африки. У них абсолютно разные, так сказать, акустические свойства, дерево разное, и дерево выдает, имеет разные характеристики. Но мы не будем вдаваться в академизм. Вот. Ну, как скажешь. Да. Я тут думаю, как это они, получается, в Азии, в Европе создали то же самое, что в Америке, а потом таки встретились и создали одно и то же. Нет, ну ксилофон и маримба две разные. Все, я поняла, да, это разные, совсем разные. Не одно и Ладно, то же. Ладно, я скажу. Дело в том, что клавиши маримбы, есть такая вещь, как обертоновый звук. Ты действительно хочешь сейчас этим заниматься, да? Ну, как тебе сказать, смотря в какой форме этим заниматься. Ну, короче, я могу сказать, что одна нота состоит из многих нот, правильно, которые... Если взять... Да, давай, вот скажи, пожалуйста. Если взять низкую нотку достаточно громко, то она будет изменяться во времени примерно как дым от палочки ароматической. То есть он поднимается, а потом начинает заверчиваться. Ну, условно. Okay. Ну, изменяет свою форму. То есть нотка, если она длится достаточно долго, там через секунду и через 2 секунды, в ней проявляются более высокие ноты, да. Сильно тише, но отчетливо. Это свойство звука, звуковой волны. Это начинают звучать разные части этой волны. Это, собственно, это единственная сложность. Что там страшного? Вот, да. И если говорить про, так сказать, акустические свойства маримбы и вибрафона, то маримба, когда ты по ней играешь, клавиши сделаны так, чтобы выдавать низкий обертоновый ряд. А ксилофоновые клавиши сделаны наоборот, чтобы из этого обертонового ряда высвечивали высокие. То есть если на ксилофоне, то нам дзынь такой каждый раз. Ксилофон всегда дзынь. А маримба всегда да, именно так. Вот. Небольшой экскурс. Слушай, действительно по-разному. Да, все, слушай. Вот. Я правда это слышу. Видишь, как это сказать? Душу отвел. Ладно, слушай, давай, чтобы не заболтаться, расскажи, что сейчас будет происходить. Ой, сейчас мы поиграем немного шумовой музыки. Это отдельный, так сказать, отдельный космос, да. И вот вы видите там слева от вас стоит небольшой сет-ап. Это такое небольшая, как сказать... Заготовка? Да, заготовка из нескольких инструментов. И мы на этой заготовке исполним для вас такое произведение, которое называется «Трио для одного». Не больше Живковича. Ну как, давай мы, может, сыграем, потом поговорим. Давай. Давайте. Мария Шмелева. Алексей Чернов.
Thank you.
Гриша, а как вы это сделали? Вы репетировали 150 часов? Или вы просто как-то синхронизировались друг с другом на каком-то генном уровне? Что это было? Ну, что я тебе могу сказать? Мы просто гении. Хорошее произведение. Слушай, ну это же самое сложное из того, что было пока. Нет? Так кажется? Я могу сказать, что трио, как бы, ну, это произведение очень-очень эффектное. Оно очень-очень хорошее. Просто действительно очень хорошо написанное произведение. Я вот ничего не могу сказать. Просто очень хорошо написанное произведение. Действительно, хорошее произведение. И правда. Ладно. На самом деле, мы с тобой в первой части концерта чуть заболтались, поэтому не будем болтать больше. Расскажи, что будете играть дальше, чтобы у нас осталось потом время на вопросы. Да, кстати. И иди, играй. Что будете делать? Да. Следующим произведением прозвучит токката Андреса Коппеля. Андрес Коппель — это немецкий композитор такой, современный, ныне живущий. Написал довольно много концертов для маримбы. Вот. И одно из самых известных его произведений — это токката. Вот. Оно написано для вибрафона. Вот это вибрафон. И для маримбы. Вот. Это дуэт. Ты играешь? Нет, играю не я. Ты отдыхаешь? Я отдыхаю, да, я на VIP-местах. Играет Алексей Клинушин на маримбе. Можно его поприветствовать? Да. И Виктор Алленбергер на вибрафоне. Thank you.
Я просто хотела сказать, помните то тихое место, да, где как будто колокольчики звенят и почти ничего? И там как будто дымок от каждого звука. Вот я это прям как будто визуально вижу, как цветовое пятнышко, которое как меняется, как призвук. Ну, кстати, вот это были обертона. Помнишь? Ну вот эти вот те самые призвуки от одного звука. Ты сделаешь обертона? Нет. Еще раз кое-что сделаю. Жаль. Да. Хорошо. Так, времени все меньше и меньше, поэтому что вы будете играть? Так нет, я хочу, чтобы время на вопрос осталось. Смотри, конечно, все хотят конечно, поговорить. Конечно, все хотят поговорить. Да. Я так и знала, что так будет. Не только мы. Да, все уже горят. Нет, ну, мы с тобой можем и так поговорить потом. Так пойдем поговорим. Ну что, еще поиграть, да? Еще поиграть надо. Поиграть надо еще. Но следующим произведением мы исполним произведение, которое называется «Extremes». Композитора Джейсона Тройдинга для... Да. Тройдинга? Тройдинга. Опять же, американский композитор, который участник такого коллектива, который называется Soul Percussion. Тоже очень известный квартет, который играет огромное количество музыки и так далее. И он написал произведение «Extremes» для, собственно, четырех исполнителей на большом барабане, небольшом таком виде, там такая тарелочка сверху. И... Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 трубок металлических. Вот. Трубок? Трубки, да. Вот, видишь, трубки. Откуда вы их взяли? Ну, мы их сами сделали. Вы сделали трубки? Да.
А как вы сделали трубки? Они такая пила есть циркулярная. И в смысле, циркулярная вы взяли водопроводные трубки? Ну, практически. Какие-то алюминиевые трубки. Отобрали у флейтистов флейты? Практически, да. Нет, строительный магазин. Да ладно? Да. Ой, я вообще-то пошутила. Да. Ну, сейчас слышите. Все. И исполняет ваш покорный слуга Мария Шмелева, Виктор Лембергер и Алексей Клинушин.
хотел чуть поговорить, сейчас будет небольшая перестановка. Слушай, честно, я не могу отделаться от мысли. Я просто слушала и не верила, что это не Radiohead. Ну, наверное. Понимаешь, то есть даже в какой-то момент там дверь приоткрылась, а, вот это там. Radiohead. Нет, я подумала, что действительно, мне почему-то было такое ощущение, что сейчас войдет Том Йорк в белом и в черной шляпе и будет танцевать, как Lotus Flower. Это невероятно. И у меня случился вопрос. Скажи. Я знаю, это очень... Я тебя сейчас засыплю, и ты будешь потом на меня ругаться. Но тем не менее, это академическая музыка? Академическая — это которая как классическая, более правильное название происходящего. А все, что не академическое, не классическое, это эстрадная, джаз, рэп, вот так вот принято их делить. Я думаю, что это, конечно, академическая музыка. Это, конечно, академическая музыка, на которую, естественно, очень сильно влияет, влияет вся остальная другая музыка. Такая, как джаз, рэп и что там еще, рок, слушай, etc. А ведь как здорово, когда на академическую музыку влияет неакадемическая. Конечно. Как-то это типа не принято, считается, что неакадемическая должна дорасти до академической. Ну, мне кажется, что всем есть чему поучиться друг у друга. Да. Я даже читала в одной статье, что что-то в 20 веке пошло не так, когда... Классическая музыка перестала использовать народные формы, условно. Так что, слушай, это большое открытие для меня, вот это произведение. А что сейчас будет напоследок? Да, напоследок... А потом вопросы из зала. Да. Вот после этого произведения. Напоследок мы исполним произведение, которое называется «Киото». Такого греческого, точнее, австралийского композитора греческого происхождения. Джона Псатоса, который написал огромное количество просто феноменальной музыки для ударных, для как сольной, так и камерной. И «Киото» — это квинтет для двух вибрафонов, двух маримб и барабанов всякого рода. А подожди, а вас всего четверо? Нас пятеро. Вас пятеро? Да. Все, нас пятеро, у нас еще... А, я тебя не посчитала. Нет, меня ты посчитала. У нас, так сказать, специальный гость... сегодняшнего вечера. Артист оркестра Мариинского театра, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов. И все регалии собрали. Все регалии. Даниил Иванов. Сегодня... пожалуйста. Покажитесь, Даниил, вы где? Выходите, выходите. Даниил... Даниил любезно согласился поучаствовать в этом концерте. Спасибо ему. Ему огромное спасибо. Величайшее удовольствие. Понятно, играть. Как вы справитесь, а то я уже испугалась, что будете бегать. Да. Играть вот. На всем. Я, наверное, могу сказать просто пару слов про Киото. Мы уже вроде бы как все готово практически. Киото, как вы знаете, это бывшая столица Японии. Такой город. И... есть такой довольно известный джазовый пианист Кит Джаред. И он играл в Киото концерт. И Джон Псатос, услышав, по-моему, в 79-м году, Джон Псатос, услышав запись этого концерта, был настолько сильно вдохновлен, что написал произведение на, собственно, импровизацию Кита Джареда, которую вы сейчас услышите. Киото, Джон Псатос для квинтета исполняют все и Даниил Иванов. Thank you.
Хотелось бы, прежде чем мы перейдем к финальной части, хотелось бы еще раз объявить всех музыкантов. Да? Давайте. Во-первых, Даниил Иванов. Виктор Лимбергер. Алексей Климушин. И Мария Шмелева. И, да, Григорий. Маэстро Григорий Осипов. Ну что, я даже не знаю, ребята, можно пойти либо отдыхать, а вдруг к ним вопросы возникнут с другой стороны. Точно. Непонятно. Мало ли что. Ну ладно, сейчас по ходу действия решим. А еще я не знаю, сколько у нас времени, но давайте несколько вопросов. Подожди, но там точно время. Мне кажется, нужно спросить все, кто-нибудь устал? Вы еще? Нет? По-моему, никто не устал. Да, спасибо. Ну да, впрочем, если пора идти, то... Если пора идти, в этом нет ничего неловкого, да. Ну что, друзья, если у кого-то есть вопросы... О, давайте вот, действительно, это хороший метод с рукой. Я буду их переозвучивать для записи. Хорошо? Как вы переводите эти инструменты? В смысле? Вот. Так, перевозим? Да, вот. Ой, вы знаете, это... Нет. Это целая всегда приятная история, которая называется, знаете, третье отделение. Есть первое отделение концерта, есть второе отделение концерта, а третье отделение — это перевозка инструментов на базу обратно. Это перевозится довольно долго, мучительно. Не вредит? И если перевозить правильно, не вредит, конечно. А вот сколько заходов будете увозить на базу сегодня? В два. Завтра будем увозить. Да. Ну, для начала, надо сказать, что инструменты нужно разобрать. Потому что все инструменты, вибрафон, маримба, они все разбираются. Никто их не перевозит в таком огромном каком-то, знаете, фургоне. Все разбирается, влезает в большую легковую машину. Я тому, как сказать, свидетель. Живое доказательство. Прекрасный вопрос. Давайте еще. Давайте. Какой инструмент из шумовых, из мелодических считается самым сложным в освоении? Давайте я переозвучу для записи. Какой инструмент из шумовых и мелодических считается самым сложным в освоении? Хороший вопрос. Надо оговориться, что легких инструментов не бывает. И треугольник — непростой инструмент, между прочим. Вы знаете, как много осечек? Вот ты стоишь... Нет, я вам правду говорю. Вот ты держишь треугольник. Не у меня у одного такой был. Ты держишь треугольник. Играешь и промахиваешься. Представляете, какое разочарование? Вот, но, наверное, если говорить серьезно, то, на мой взгляд, из немелодических шумовых инструментов, наверное, одним из самых сложных является малый барабан, потому что малый барабан... Его здесь сейчас нету у нас на концерте, но малый барабан, в принципе, такой инструмент, от которого идет... Ну, вся техника, он самый трудный в плане исполнения каких-то, знаете, тихих, быстрых каких-то пассажей и так далее. И для него нужно иметь очень хороший контроль. То есть это вопрос контроля, вопрос, как сказать, скилла, какого-то опыта. Вот. Но, конечно, если говорить про немелодический инструмент, то существует такая вещь, как мультиперкуссия. И мультиперкуссия — это там, когда стоит, к примеру, большой барабан, 5 томов и так далее. Это же можно считать не мелодическим инструментом. Довольно сложно, потому что каждое произведение требует своего особенного подхода в силу того, что это каждый раз разные барабаны, разные инструменты и так далее. Вот. А из мелодических, я могу сказать, не могу говорить за всех, но могу сказать свое мнение, что маримба из всех мелодических ударных инструментов, она является... самым, так сказать, в силу своего большого диапазона, является, наверное, одним из самых концертных инструментов. Для него пишется намного больше музыки, чем для вибрафона, ксилофона и там колокольчиков вместе взятых. И используется, то есть техника игры на маримбе сейчас достигла вообще виртуозного уровня. И, конечно, если, я могу говорить от себя, но мне кажется, что маримба самый сложный из мелодических ударных инструментов для освоения. Вот. По-
Задумайтесь, если вы собирались учиться на маринде. Давайте следующий вопрос. Вот там молодой человек. Да, такой вопрос. Все произведения, которые сегодня были, они так или иначе написаны иностранными композиторами. И вопрос, есть ли какие-то, отечественные композиторы, или это из-за происхождения инструмента такой сектор, который не охвачен? Озвучу для записи. Есть ли отечественные композиторы русские, которые пишут для ударных инструментов, или в России не изобретали маримбу, поэтому у нас на генном уровне нету понимания, как работать с этим инструментом? Ну, вопрос действительно хороший, и это в первую очередь нужно адресовать к нашим композиторам, потому что мы жаждем того, что для нас была написана музыка, и ударные инструменты, мне кажется, это один из самых, так сказать, жаждущих новых произведений, кафедры. Окей, будем называть это кафедрой. У нас, кстати, будет в цикле концерт кафедры композиции. Не дай бог, там не будет произведения для ударных инструментов. Спросим. Да, но мне кажется, что это и правда в какой-то мере отчасти из-за того, что ударные инструменты, такие как маримба, к примеру, дошли до нас, дошли до нас чуть-чуть позже, чем, к примеру, чем в Европе или в Америке. Вот, и сейчас пишется. Я могу сказать, что Андрей Петров написал попурри на темы из «А я иду шагаю по Москве» для ансамбля ударных инструментов. Это практически единственный. А еще есть антракт из «Носа» Шостаковича. Вот. Но это можно по пальцам пересчитать, на самом деле, произведения, которые написаны русскими композиторами для ударных. И, ну, это, конечно, грустно. Вот что могу сказать. Ну. Я тоже пытаюсь вспомнить, что-то ничего не приходит. Ну, да. Мне тоже особо не приходит. Может быть, русская душа хочет романсовые интонации. Ну, вот вам маримба, пожалуйста. Ну, вот и я так думаю, честно. Да, нет, ну, правда, сейчас, мне кажется, это только начинает у нас, появляются очень много, во-первых, талантливых исполнителей. Это все так, такое, цепная реакция. То есть, как бы. Инструмент развивается, люди играют лучше, соответственно, на них смотрят композиторы. Композиторы более и более и более именитые пишут для музыку. И в конечном итоге так развивается инструмент, так появляется репертуар. Я вот сейчас вспомнил, есть такой Арапов, мы играли концерт для скрипки, ударных и фортепиано. Такая вот специфичная штука. Если вы пишете музыку для ударных, вы можете, я думаю, написать Грише. Конечно, конечно. Мы вот недавно, есть такой молот ансамбль, мы делали с ними образовательное видео по маримбе. И, конечно, в первую очередь, мне кажется, любой композитор, который хочет писать музыку для ударных инструментов, должен идти к ударникам и говорить: я хочу писать, научи меня, как писать для этих инструментов. Потому что, конечно, писать, когда ты пишешь все время для фортепиано, довольно сложно потом писать для гонгов, бонгов и больших барабанов. Вот. Это требует, сноровки тоже. Ну да, много тонкостей. Давайте еще. Что? Вопросы закончились. Как вопросы закончились? Нет. Так, вы были первый, а потом вы... Хорошо, молодой человек? Не стесняйтесь, да. Подожди, мы что решили? Первая девушка подняла руку, потом молодой человек. Я конкретно. В каком возрасте Григорий начал играть на ударных инструментах? Ну, я пошел, как и все, порядочные дети, в музыкальную школу. Ну, 7 лет я занимаюсь на ударных инструментах. Ну, наверное, серьезно заниматься этим делом начал в колледже, когда поступил в школе не очень. Ну, в школе это было поскольку музыкальные школы, они на той музыкальной школе, что это как дополнительное образование, если можно так сказать. Вот. А потом, когда я поступил в музыкальный колледж, там уже началось, конечно, серьезное занятие музыкой. Ну так, в целом, наверное, я думаю, серьезно я занимаюсь музыкой примерно 10 или 11 лет. Так вот. Концертной деятельностью то меньше. Угу. Молодой человек, а вы что хотели спросить? Да, спасибо большое за концерт. Хотел спросить тоже по поводу репертуара. Мне показалось, это в силу концепции сегодняшнего концерта, что вначале был ритм, или большинство произведений для ударных инструментов основаны на повторяющемся ритме? Можно ли сказать, что большинство произведений для ударных инструментов? Я хотел спросить, насколько часто используются расширенные техники, как, например, Витя играл смычком или вот,
Насколько часто используются расширенные техники при игре на ударных инструментах, как, например, то, как Витя играл смычком на маринде? Нужно пояснять, что такое расширенные техники игры. Ну, после... Догадались. Да, после смычка, расширенные, понятно. Да, расширенные техники игры — это когда люди играют не только палочками, и они играют палочками, но чуть-чуть по-другому, нежели как принято. Ты там пальцами еще играл. Точно. Вот. Достаточно часто. Это, конечно, все зависит от репертуара и, так сказать, направления музыкального, в котором пишется музыка. И я говорю, здесь это же как бы такой концерт-презентация. То есть все было чуть более, наверное, в таком легком ключе, можно так сказать. Вот, более на репрезентативность, наверное. Но, к примеру, могу привести пример. Есть такое произведение, которое называется «Morning Dove Sonnet». И оно написано для вибрафона. И человек играет, у него в руках два смычка и две палочки, соответственно. И там используется огромное количество техник и игры, такие как подтяжки. Я могу показать, что такое подтяжки. Довольно интересно. Это займет буквально 15 секунд. Покажи подтяжки. Как будто какой-то фейл случился в мультике, да, и вот такие звуки, да-да-да-да-да. Да, такое опускание на полтона, вот, и так далее. Инструменты препарируются, то есть кладется, там, не знаю, маримба заклеивается скотчем, кладутся монетки, используются флажолеты, играется пальцами, что еще. Я вот играл, там нужно было играть маракасами по маримбе. Дальше... Ну, в общем, я могу перечислять, и, конечно же, не только на мелодических инструментах, также, конечно, расширенные техники используются там и на барабанах, и на всех... Как бы все это, мне кажется, ограничивается как бы возможностями инструмента и воображением композитора. Интересно, насколько больше композиторы пишут в одном стиле, насколько больше в другом? Какой процент? Какой процент стилей, в которых пишут композиторы, насколько больше в одном и в другом? Ну, я могу сказать, что мне кажется, что так как ударные инструменты довольно современные, и как бы язык ударных — это язык авангарда в том числе, вот, то достаточное количество композиций написано вот в таком ключе с использованием довольно большого количества расширенных техник и так далее по направлению. Вот. Гриша, скажи, а чьи смычки вы украли? Это контрабасовые смычки. Смычки, а кто вам их дал? У меня есть свой личный. Это... Ты пришел в магазин и купил контрабасовые смычки без контрабаса? Нет, я купил его у контрабасиста. Перекупил. Сложная жизнь. Так, есть ли еще вопросы? Или все, пока что? Вот. Мне нравится всегда... Да. Эти вот девушка. Литавры — это шумовой или мелодический инструмент? Прекрасный вопрос. Те, кто не знает, литавры — это такие 4 барабана, или не 4, или 5. Котла. Да, котла, которые... настраиваются на разные ноты, и ты можешь регулировать, грубо говоря, натяжение пластика, и ноты меняются. Или пластика, или кожа. Довольно всем понятно. Ну, в общем, у них меняются ноты. Оттуда и вопрос. Я думаю, что литавры, это что-то посередине, да, но скорее это, конечно, шумовой инструмент, потому что, как правило, в большинстве случаев литавры настраиваются, не играя мелодию, к примеру. Но они это могут делать, что довольно... непросто. Вот. Но скорее это, конечно, шумовой инструмент. Ну, а, к примеру, вот трубки, которые мы выпилили, это шумовой или мелодический инструмент? Тоже такой, так сказать, вопрос с подвохом. Но скорее шумовой-то. Когда следующий концерт? Следующий концерт цикла или концерт Григория? Хороший вопрос. вы знаете, сейчас... Есть сложности. Сейчас есть сложности, но я могу сказать, что скорее не сложности. Сейчас просто завершение сезона. Сезон заканчивается, и это нужно уже следить за следующим сезоном. Зачем можно следить? За Инстаграмом? Можно за Инстаграмом, можно за... За твоим Инстаграмом? Давай сейчас. Ну, вы можете ко мне подойти, тем, кому интересно, я вам скажу. Ну, или скажи просто, может быть, словами. Это же не секрет. Нет, там Грин Осипов. Грин. Нижний слэш. Нижний слэш Осипов, да.
Грин, слэш, Осипов. Это мальчик с палочкой. Мальчик с палочкой такой-то. Вот, там, в основном там, да. А, ну, концерты происходят с какой-то периодичностью. А концерт цикла следующий, если я не ошибаюсь, в октябре? В октябре, 28-го? В сентябре. В сентябре. Лидия Львовна, ничего, что мы вас не зовем в этом оттуда? Концерты с участием Григория будут у нас немножко позже. Да. Вы же заявку сделали. Да, да, да. Будут концерты в консерватории. Концерты будут осенью, да, нужно следить за... За сайтом консерватории. Да. За сайтом консерватории. Да. Еще? Да. При игре вдвоем на одной маринке насколько технически сложно перестроиться играть на другой стороне? Ну, на другой стороне я могу сказать, что, опять же, просто довольно хорошо написана композиция, поэтому перестраиваться ну, какое-то время. Не очень много. Не очень долго. Я думаю, если бы это было... Вот мы играли с Даниилом и еще двумя исполнителями такой произведения, который называется Before Joe John 5, которое просто чрезвычайно виртуозное, и там тоже исполнители играют с двух сторон от маримбы. И... Это вопрос скорее к Дане, как у него получилось выучить, потому что как раз-таки он играл с другой стороны от маримбы, и я думаю, что это было сложно относительно. Вот. Но, так сказать, нет ничего невозможного. Но если говорить о том, ну, о игре вдвоем или втроем на инструменте, это вообще довольно интересно, потому что музыка по-разному написана, и, опять же, это все зависит от того, не знаю, от таланта, что ли, композитора, что руки там не пересекаются, и там вы друг другу не бьете палочками по рукам, или не толкаете друг друга, и так далее. Но такое тоже бывает. Вот. Может быть, еще вопросы? А что еще бывает вот такое, что неожиданно такие фейлы? Бывают ли какие-нибудь неожиданные фейлы? Бывают, конечно. Вы знаете, бывает, играешь, ты играешь, а у тебя ломается палочка во время игры. Конечно. И именно поэтому на всякие очень сложные конкурсы, очень серьезные, всегда исполнитель выходит. Я вот первый раз очень сильно удивился, вышел исполнитель играть произведение, и он вышел, положил одни палочки, и как бы, ну, это знаете, как это, если ружье как бы висит, оно должно выстрелить. Ну, как бы положил палочки, сыграл произведение, взял палочки и ушел. И я подумал, а зачем вам вторые палочки? Но так всякое бывает. То есть бывает, что ты играешь, у тебя палочка просто надвое ломается, и как бы, а что ты там сделаешь, если у тебя нет запасной. Вот. Ну, и как бы бесчисленное множество есть всяких фейлов. К примеру, на маримбе есть веревка. А, собственно, вот эти клавиши, они висят на веревке. И бывает, что ты играешь, а веревка, она рвется. И тогда... Ну, не все разваливается, просто ты играешь по клавише и звучит, как будто ты бьешь просто так по дереву. Вот. Ну, есть много всего. Все, наверное, подумают, что это расширенные техники. Ну да, когда ты там целый концерт играешь расширенных техник, это... Ну а что? Да, чуть-чуть утомляет. Это новая музыка. Да, новая сцена. Ладно, я думаю, что пока хватит, но Григорий еще обязательно вернется. Я не знаю, как это сказать. Что-то как-то не говорится. Ребята, а можно вас попросить напоследок что-нибудь еще сыграть? Я думаю, что мы можем еще сыграть, если вы хотите. Давайте. Да. Нам нужно буквально... Ладно, я, может, могу рассказать. Нет, я просто назову название произведения. Мы сейчас исполним для вас такое небольшое произведение, которое называется «Millennium Bug». Так сказать, что жук... 20 века? Или что? Как? Жук перехода с 20 на 1 век? Именно так. Что-то в этом духе. Жук-миллениал. Да, жук-миллениал. Прекрасное название. Опять же, для четырех исполнителей на одной маримбе и небольших барабанов. Вот, пожалуйста.
Спасибо вам. Надо сказать сейчас, во-первых, спасибо огромное Ане Веленской. Спасибо огромное Лидии Львовне. Это был первый концерт проекта «Новая музыка на новой сцене». Пожалуйста, приходите на все концерты. Конечно, так же не будет, да, потому что всегда люди разные. Всегда по-другому. Всегда по-другому. Но будет здорово обязательно. Да? Не, старайтесь не пропускать концерты этого проекта. Да. У нас тут вроде как есть, извините, последний вопрос. Давайте знаете, сейчас последний быстренько вопрос? Последний вопрос. Это удобно вообще не двумя палочками, как обычно, а тремя или четырьмя? Вот. Удобно ли играть не двумя палочками, а тремя или четырьмя? Действительно, неочевидная история. Вы ждал этого вопроса весь концерт. Почему такой вот конец? А удобно, к примеру, играть исполнителю на скрипке. Это же так вот так, когда выворачиваешь руку. Хочешь сказать, что все страдают, и ты страдаешь? Нет, я не хотел это сказать. Но, опять же, этому приходится учиться. Для меня сейчас держать 4 палочки — это то же самое, что держать 2 палочки. Это также приятно, это очень приятное ощущение, когда ты можешь играть 4 палочками. Бывает играть 5 палочками. Это для меня пока что еще... Как росомаха. Как росомаха, да. Вот. Но, да, это довольно удобно, если научиться играть, как и на любом музыкальном инструменте. Учитесь играть на всех ударных инструментах и приходите на концерты. Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Еще вопрос, я думаю... Последний, давайте, хорошо. Одним словом, музыку на ударных для вас. Одним словом, опиши музыку на ударных инструментах. Для меня. Для меня, да. Одно слово. Пусти всех. Ужинать. Ну. Так. Скажи что-нибудь приятное, банальное. Что-нибудь банальное. Энергия, конечно же. Энергия. Да. Даже не банально. Да, да. Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.